Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Всем здорова, дорогие друзья, а с вами по-прежнему Верфуни Буби, и добро пожаловать в угарную веселую игрушку под названием Роблокс! Салам алейкум, братья и сестры! Здарова, чуваки! Итак, друзья, наши родители уезжают по делам. И чтобы мы не оставались дома одни, они решили нас оставить с нашим дядей. В общем, сегодня мы будем гостить у нашего дяди в доме, и он будет смотреть за нами, чтобы мы сильно не шкодничали. Ну а вы ставьте лайкусик, если вдруг не успели поставить за 3 секунды, у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нам с парнями будет безумно приятно. Ну чё, парни, поехали к дяде? Ну да, погнали. Да, давайте. Ну всё, let's go! Начинается. So we decided to go on vacation for a bit. Нам нужно уехать в отпуск с папой. В общем, мы уезжаем. Да, и так как у нас нет денег, чтобы взять вас с нами, мы решили с мамой кое-что сделать. Мы отправим вас к вашему дяде. Посидите у него, а мы поедем в Дубай. Мы знаем, что он немного странный, ваш дядя, но вы справитесь. Парни, нас не взяли в Дубай. Очень и поэтому жаль. Мы едем к нашему дяде в деревню, в дом старый. Зашибись. Ё-моё, 8 вечера, родители, друзья, уехали в отпуск, а на нас денег не хватило, поэтому мы будем у дяди. Надо найти дядю, где он вообще? Вот наш, Бабяна, у тебя красный рюкзак. Это не мой красный рюкзак, мы вон чёрный. Это Андрюхин. Да не мой. Моя вон сумка большая. Ладно, не выключайте свет. Пойдем батю, ой, это дядю найдем. Странно. Пойдемте, может он на втором этаже спит, отдыхает. Давай на первый сначала посмотрим. А вот он здесь. В туалете? А, не, вот не, дядя. Не. Здорово, дядя, мы приехали. Сумаляку. Дядя, мы приехали. Hey, kids. Эй, дети. Да, дядя, мы приехали. Привет, Андрюха, хоть поздоровайся с ним. Салам алейкум, дядя. Бабян, а ты что не здороваешься? Здравствуй, дядя. Ага. Вы можете идти вперед и нести свои вещи наверх в свою спальню. Done, когда закончите, приходите ко мне, я вам кое-что расскажу. Ой, ладно, о, спасибо, дядя. Класс, парни. На втором этаже у него самый лучший спальни. Берите шматье. Я взял у шмотки. Него самые классные истории. Так получается, он у Андрюхи красный рюкзак. Ну и чё, и чё? Понятно, а чё врал, что это не твой? А потому что стеснялся. Ой, врюндель. Так, а где наши спальни? Так, а, вот они. Сюда ложу. Всё, так, я моё тогда, место, я вот здесь вот положу, это моё я тогда. Я положил, я положил. Вроде 10 вечера, кстати. Поздно. Да. Пойдемте к дяде вернемся. Он просил ребят подойти, когда мы все сделаем. Пойдемте, он, наверное, что-то нам расскажет, наш дядя. Наверное, да. На ночь. Дядь, мы все сделали, получается, мы все сложили. Дело сделано. Да, что нам теперь делать? Да, мы закончили все. Дядь, мы закончили. О, отлично, тогда помогите мне убрать мусор вокруг дома. Да ё-моё. Часов, да. Ну, дядя, мы не хотим, мы хотим спать. Пожалуйста, можем мы спать пойдем? Когда закончишь, встречайся со мной за обеденным столом. Ладно, о-о, понятно. Короче, потом будем ужинать, парни. Отлично. Сначала ну, поработаем, если мусор, а потом поужинаем. Ну, погнали. М-м-м. Как всегда, блин, сначала надо пароль, потом поесть. Так, я не понял, как выйти на это? На задний двор. А там не надо выходить. А как? А в доме тогда чистить мусор? Ну да, получается. Он просто перепутал, наверное, дядя наш. А он где мусор? Странный. А кто-то мусор видит хотя бы? Да, вот на они втором везде. Этаже забери. А, на втором. А я ни одного мусора, парни, не нашел. Да понятно, халявщик. А, вы все убрали, парни, сами? Mm-hmm. Тут еще чердак есть. На чердаке, кстати, нет мусора, там есть какая-то книга. Что за книга? Какая-то вижу, зачарованная. Книгу, а дядя реально, парни, странный. Какие-то реально, книжки, блин, у него. С тараканами в голове. А, ага. Парни! Че? Димон, подойди. Че? Книга будто бы шепчет. Да не, это тебе кажется, Андрюха. Ладно, погнали, мусор до конца уберем, братва. И все, кто-нибудь видит еще мусор? Да вон, в комнате у нас мусора много. Где, покажи, блин, хоть иди, один мусор. Иди хотя бы один, ну, мусор. Ну все, уже убрал. Ее. А, ты же сказал много. Я ни одного мусора не увидел, парни. Вы все сами сделали. Пойдемте к дяде, будем кушать. Я так устал мусор убирать, что капец. Да, погнали похаваем. Ты вообще не должен есть, блин. Да, я устал. Я очень убрал мусора. Устал. Ну что, дядя, мы все сделали. Мы убрали мусор. Спасибо вам за уборочку, мои племянники. Вы молодцы большие. Если вы голодные, возьмите на кухне что-нибудь покушать, там есть всякие закусочки.
О, парни, может там чипсики будут, а? Я бы поел чипсиков, да, вкусных? Очень вкусно. И если хочешь пить, просто иди к раковине и пей оттуда. У меня стоят суперфильтры Аквафор. Вода питьевая. Спасибо хоть на это. Хорошо. Радиоактивные. Фильтры капли. И это, чисти зубы и спи после того, как все дела закончишь. Ну все понятно, парни. Нам нужно покушать, попить и спать. Ага. Да. Да. Пойду в ванную наверху. Все, мы поели, мы попили и идем чистить зубы, парни, наверх. Погнали. Я первый. Я второй. Я первый. Я второй. Все, я сейчас буду чистить, парни. Все зубы. У меня все 15 зубов буду чистить. Все, я иду спать, пока. А что так все мало? Все почистили, идем спать. Так все выбил мне, Бобян. А вот такой Бобис. Ну все, наконец-то можно спать. Ой. А что там за звук был? А что за шум? Что это было? Кто-то что-то слышал? Я что-то слышал, непонятно. А я вот особо ничего не услышал, парни. Пойдем посмотрим. Пойдемте все дома. Может, дядя. Мне кажется, на чердаке. Может, дядя сознание потерял. Пойдем вниз. Давайте вместе. Ладно, давайте вместе держимся, парни. Так, братва, дядьки нету здесь. Ничего нету. Он. Там дверь в подвал открыта, парни. Где, Димон? Здесь, в подвале открыта дверь. Пойдем туда. Ну пойдемте. Там какие-то пентаграммы дядя рисует. Дядя совсем странный. Он совсем жесткий. Смотрите, он делает. Это что за Годзилла? Он что, беса изучает, а вызвал? Походу. Офигеть. У меня есть жертвы, как мы договаривались. Это три моих племянника. Про нас. Офигеть. Я не могу дождаться, чтобы наконец снова встретиться со своей женой. Дьявол, отведи меня в ад к моей жене. Хорошо, очень хорошо. Теперь нам просто нужно подождать до 6 утра. Это очень долгий ритуал. Ничего не получится, если мы не подождем до 6 утра, дядя! Я позабочусь о том, чтобы они не прервали ритуал! Я их закошмарю, этих племянников! Они, кстати, послушают, кажется, за нами. Пойду-ка я проверю, кто там рядом. Парни! 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 Офигеть! Если ты голоден, кушай чипсы, понятно. Парни, дядя, он продал душу дьяволу! Пить из раковины надо, если мы захотим. Это, за тебя колы отдам, душу дьяволу продам. Какие колы? Колым, Бобян, может быть. Колым, да. Заполните генератор, чтобы поддержать мощность. Вон канистры, их всего 5 штук. И если дядя проснется, быстро бежим спать. Парни, нам нужно выживать со страшным дядей. Выживать с дядей. Хардкор. Ищите древнюю книгу, чтобы остановить ритуал. Погнали. А как ты все исключил? Реально. Я не знаю, он сам включился, мне кажется. А у меня не включается? Так, ладно, давайте на чердак, парни. Парни, чипсы можно с собой брать. Подожди, на чердак. Сейчас я попробую прочитать книгу. Читай. Так, братва, сейчас прочитаю. Бобян, следи, свети. Читаю книгу. Я хотел за чипсами сходить. Так, Мандалорец. Нужно 5 свечей, 5 соли, разместить 5 свечей, нарисовать пиктограмму. Спать! Он проснулся, иди спать. Ой, Гарбл, куда идти? Спать. Это не сюда. Пацаны! Спать! Быстрее! А! Я лег! Все успели? Все успели? Да. Я чуть не обкакался. Вот он. Пришел дядя. Короче, парни, нам нужно 5 свечей, соль и нарисовать пиктограмму. Все, что нам нужно сделать, у нас записано в задачах. Пойдемте покушаем и генератор, может, заправим. Да, надо заправить генератор. Найдите 5 свечей по всему дому, блин. Как фонарик включить? Я не знаю. Почему мне не работает? Можно воды попить. Давайте попьем. А тут кстати, воду пить. Давайте попьем. Надо еще и похавать. Надо похавать. Парни, нужно похавать, кстати. С собой, да, можно? Чипсы брать. С собой можно брать чипсики. А где? На кухне. Так, я хочу поесть. Дайте чипсов, братва. Надо есть. О, оно максимально, нет. Так, братва. Энергии вас залили бензин? Спать! Быстро бежим, быстро бежим. Он не сразу бежит. Быстро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай! Ну лягте! Братва, быстрее! Андрей, ты где? Андрей уже лежит, спит! Бобян, быстрее! Не спал, а бежал. Ну, я имею в виду все.
Пришел. С концами хотел. Проверяет, да? Дядька. Парни, вот сейчас нужно, пока у нас все полное, я идти за свечами. Генератор. Блин, а где генератор? У нас хорош, Андрюха? Быть? Мне кажется, на первом этаже. Вот, парни. Свеча у нас здесь стоит одна. Ага. Я взял одну свечу. Так, может быть, еще наверху где-то было. Она может быть и угодно. Слушайте, она как свечка прям стоит на полу. Их надо подбирать. Вот свеча, еще вторая под лестницей. Подбирай, как фонарик-то включить? Парни, не понимаю. У вас работает, да? Да, у меня работает. У меня работает. А, это светится как-то от третьего лица, я даже не понимаю. Быстро! Парни, спать. Все спать, суд идет. А что он так, он сейчас часто просыпается? Так, я поел, братва, я с собой взял, я поел. Мне нужно поесть и попить, парцики. И еще нужно следить за энергией, парни, срочно. Так, мужики. Энергия еще нормальная, поправляю. Энергия нормальная, сейчас он зайдет. Установить, спать? Энергия, это показано в генераторе. Да. Энергия генератора кончится, будет кончаться кислород. Все, он ушел, парень. Нет, не ушел, подождите. Он ушел, здесь стоит, он залагал. А как? Ушел. Все, он ушел. Все нормально. Так, ушел. И кушать. Попить надо. Поесть. Парни, закидывайте это. Бензин бесконечный или конечный? Не обратил внимания. Если это, закидывайте. Андрюх, ты разбираешься в этом, шаришь в этой теме? Закидывай. Я разбираюсь в этой теме мясной. Шаришь, давай туда. Я свечу взял, парни. О, хорош, у нас три свечи уже. Никуда с собой носи. Можешь просто из рук убрать. Парни, топливо-то конечное. Батя спит. Конечное? Я свечу нашел. Дядя, это не парень. Свечу нашел. Молодец. А, может, дальше в подвале? Ой! Парни! Ой! Парни! Пока! Ой! Вас спалили? Ой! Я прям мимо него прошел! Быстрее, спать! Ой! А ты где фонарик? Ты как достал его? У меня он автоматически, это баги с фонариком, их нельзя достать, они сами как-то включаются. Короче, я чуть не попался с Андрюхой. Это вообще. Аккуратно, мужчина. Ребят, это какая-то ультрасуета. Нам последнюю свечку найти. Может, она в подвале где-то? Ага. Может быть такое, а? Что она может в подвале? Может быть, но в подвале я смотрел. Нету? Нет. А, ну все, тогда и не может быть, что ты тогда говоришь. Ее нету в подвале. Я не подумал, что это подвал, понял? В подвале нету, братва. Значит, где-то ищите. Надо искать. Ищите. Может, на чердаке она? На чердаке, кстати. На чердаке посмотрите. Так, на чердаке смотрю. Так, братва, книжка. Ага, нету на чердаке. Так вы нету. Думаете, мы быстро умрем, если у нас это? Я думаю, быстро. Ну, может, не сильно быстро, но быстро. Бабиан, как не там? Не хотелось бы умирать. Ой, спать. Ой, братва. Он встает, спать? Парни. Спать, где взять-то, где взять? Уже три утра, мы свечку не нашли. Блин. Нам еще соль с кухни потом взять. Последняя свеча осталась. Может быть на кухне или рядом с ней она. Можно подвал сбегать, я просто эту свечку ни разу не видел. Да она как свеча, на полу стоит неприметная, вообще не выделяется никак. Сбегайте в подвал, я пойду на кухню, парни. Давай. Уже, сейчас надо будет генератор заливать. Да, зальешь сейчас генератор, все, я пошел, парни. А кто умер? Бабиан? А как? Бобис, ты раньше встал, что ли? Я не знаю. Бобис. У меня свеча в руках есть. Это Бобис, а свеча. Ё-моё, ребята, у нас что-то Бобис скис. Как так, Бобян? Андрюх, заливай быстрее. Бобян, ну ты даешь. А, пить на кухне, кстати, можно. Ну да, да, да. А я в ванной пил всегда. Так, здесь нету. Боси! Я заливаю. А, Боси! Я вижу, блин, капец. Боси скис, ребята. Так, здесь нету ничего. Боси больше нет. Так, я рядом с дядей. Вот свеча! Один. Я нашел! Быстрее спать! Она была рядом с дядей! А, капец. Все, в следующий раз, Андрюха, пойдем за солью. Бабян, ты там поддерживай нас, мы из ада тебя заберем. Мы сейчас ритуал сделаем. Нас дьявол в ад тоже запустит, и мы тебя спасем. Хорошо. Не, это очень жесткая штука. Я вот возле дяди был, у него не было свечи вообще никакой. Да нет, она была не прямо рядом с ним, а в его комнате. Была там. А, ладно. Все, пойдем, Андрюха, соль искать на кухню. Я перекусил. Быстрее за солью. Соль нас спасет. Жалко, света нет, ребят. Я нашел соль! Окей, дальше что? Возьмите круг пентаграммы в подвале. Свечи в подвале. А круг пентаграммы. Все! В подвале. Пентаграммы. Ставим. Андрюх, помогай свечи расставлять. У меня только одна была, ты не поставил. Держишь свечу, мне написала. Мы же не успеем это сейчас сделать все. Давай быстрее, дебот! До 6 утра. Андрюха, свечу. Ну ставь, соль. У меня только одна рассыпьте была. Соль. Димон, он идет. Не сыпется. Блин, парни. Я рассыпал соль. Вы не держите соль! Быстрее! В руки держать надо было соль, Димон! Да я растерялся! У меня свечи были! Косипоша, блин! Ты косипоша, надо было тебе это делать! Нет, мы живем еще! У меня одна свечка была, и то Бабянова. Ой, Бабянова свеча! Он пришел, Бабян! Так, что, раз, два, три, мне еще покхавать надо, Андрюх! Я пойду соль сыпать, ты генератор заливай!
Окей. Я еще поесть успею, Андроид. Окей, братик. И тоже поешь, а я пойду потом за солью. Вам часто соль? 5 утра мы не успеваем. Чё, да, ещё? Соль рассыпать надо. Я пошел. Соль. Сыплю. Рассыпь соль. Рассыпал соль. Соль. Выживите до 6 утра и молитесь, чтобы это сработало. Андрей, ты не заполнил генератор. Я боже мой. Все, нормуль. Андроид, надо молиться, чтобы это сработало. Бабян, молись за нас, молись. Парень, я перекрестился. Я не слышу, что ты молился. О, боже мой, спаси и сохрани. Давай, давай. Дай бог, чтобы выжить, дай бог, прожить. А, он идет, а я не успел попить. Ладно, надеюсь, парни, хватит. Давайте аккуратно, аккуратно. Надеюсь, воду хватит. Можно попить на втором этаже. Да все уже, да уже все, я лег. Не, я так, заранее. Молимся, пожалуйста. Андрюха, 6 утра, давай, молимся. Давай, Бабян, держи, держи. Чтобы я батя держу нас не сожрал. Парни. Пожалуйста. Сожрет. Не надо. Он не надо, дядя. Он пришел. Дядя, не надо. Иди отсюда. Дядя, вас мы спим, живем. Иди отсюда, дядя. Я дядя, папе позвонил, он тебя отлупит. Не надо, дядя. Молитесь. До 6 утра. Бобис, ты можешь молиться за нас? Да я молюсь, парни, я держу за вас кулаки, бля. Так, братва, попил? Как я могу воду молиться? Андрюха, сиди уже, нам ничего не надо делать. Сиди уже здесь, в хате. Ну ладно, это уже концовка. Мы сделали, друзья, все, мы ритуал сделали. Мы все, что от нас требовалось, сделали. Молимся, молимся. Убери чипсы из рук. Я, если что, съем просто, у меня маловато. Ложись, Андрей. Я лег. Все, я тоже. Самое главное, чтобы он как Бабиана не выцепил. Знаешь, Бабиан, почему он тебя съел? Почему? Потому что не молился? Ты глаза не закрыл и лежал рядом с ним, он увидел, что ты не спишь, бро. О, ритуал пошел. Что-то пошло. Мы убрали пиктограмму, мы прервали ритуал, что ли? Ух ты. Пиктограмма сломалась? Портал сломался, походу. Мы все сделали. Ты выжил, вам удалось остановить ритуал и спасти! Ебать! Вот это кайф, друзья! Дядя нас не поймал и не съел! Единственное, ребята, надо поставить лайкусик, чтобы Бобис вернулся из ада. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А вот такой ролик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, про флажили комментарии. Мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи, не болейте, успехов, хорошего настроения и пока-пока. Баю-бай, дорогие друзья. Алло, чуваки.